Привет, друзья! Сегодня с вами Мишка Бо. И сегодня мы с вами заканчиваем читать истории про щей. Сегодня наша история называется «Концерт для королевы». Приближался день рождения королевы фей. Все думали, что подарить королеве. «Устроим грандиозный фейерверк», – предложил ворон. «Королева не любит ничего шумного», – сказала музыкальная фея. «Ну не торт же ей дарить!» – обиженно прокаркал ворон. «Королева любит слушать музыку!» – сказала фея. «Прекрасно!» – обрадовался гном-ученый. «Вы готовьте концерт, а мы покажем его королеве фей!» Но королева не собиралась навещать гномов. «Как же она увидит наше представление?» «Увидит!» – заверил гном-ученый. С этими словами он отправился на свой чердак, открыл заветный ларец, вынул из него хрустальный шар и старинную книгу. Гном прочитал заклинание и закончил его словами: «Замок королевы фей, появись!» Внутри шара все заискрилось и стали ясно видны сначала сам замок, а потом и его внутренние покои. Королева фей стояла у окна и любовалась звездным небом. «Вот и хорошо», – промолвил ученый гном. Он сложил в ларец хрустальный шар вместе с книгой в кожаном переплете и отправился к фее Крапиве. «Дорогая фея», – учтиво обратился ученый гном к фее Крапиве, – «нет ли у вас второго волшебного зеркала, которое из одной вещи делает две?» «Любезнейший гном», – величественно ответила Крапива, – «настоящие волшебницы не ведут счет зеркалам». И она указала на целехонькое зеркало. «Речь идет о вашей королеве», – произнес гном-ученый. «Для своей королевы я готова на все». «Тогда будьте добры, сделайте мне точно такой же хрустальный шар и точно такую же старинную книгу», – попросил гном, открывая ларец. Еще через минуту ученый гном выходил из тыквенного домика феи Крапивы с двумя ларцами. В каждом из них лежал волшебный хрустальный шар и старинная книга. В одно мгновение голубая фея доставила один из ларцев своей королеве. Мудрой королеве ничего не надо было объяснять. Она трижды повернула шар, открыла книгу на нужной странице и прочитала заклинание, закончив его словами: «Поселок гномов, появись!» Только она это произнесла, как перед ее глазами предстала освещенная фонариками лесная поляна. А на поляне большой оркестр. У дирижерского пульта стояла музыкальная фея. Остальные феи чинно восседали на лавочках со скрипками в руках. Сам ученый гном принимал участие в концерте. Он играл на арфе. На высокой ветке висел хрустальный волшебный шар. Оркестранты тоже видели королеву фей. Музыкальная фея взмахнула дирижерской палочкой, и прекрасные мелодичные звуки поплыли над поляной. Фея указывала палочкой то на один инструмент, то на другой, и они звучали то громче, то тише. «Какой чудесный концерт!» – радовались слушатели. «Лучшего подарка мне не дарили за всю жизнь», – произнесла королева. Последний взмах дирижерской палочки – и оркестр смолк. Музыканты встали, обернулись к хрустальному шару и поклонились королеве. В тот же миг на их головы посыпался дождь из цветов, карамелек, вишен, бус, колечек и игрушечных свистков. «Откуда это все?» – спрашивали себя музыканты и зрители. «От королевы фей!» – раздался голос. «Мое волшебство не знает границ, особенно в день рождения». Вот такая, ребята, история про фей и гномов. Я благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Я с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч. Пока-пока!